если ты не умеешь шить, и если умеешь ткать ковры из китайского шелка, если боишься бабочек, и если смело приручишь волка, если ты мама двух ангелочков, и если дети тебя совсем не интересуют, если ты конструируешь автомобили, пока все вокруг рисуют, если ты устаешь от просмотра кино или ты устаешь на работе, если ты боишься чувств или просто летать в самолете, если ты, как тебе кажется, не выглядишь идеально, то одна лишь поправочка – с тобой все нормально. Если любишь салат или Биг Мак запивать газировкой, если нравится быть на ЗОЖе или отлично заходит шот с абрикосовой водкой, если ты в отношениях или в кругосветке по миру, если ты строишь дом в 20 или в 35, снимаешь с друзьями квартиру – все нормально. Если ты выше среднего, ниже среднего, где вообще середина? Супер-женщина одинакова и Жанна Д'Арк, и Мальвина. И если тебе не подошел ни один наряд из модного каталога, то мир непременно разный, и шмоток безмерно много, а с тобой все нормально. Если сломался ноготь, и ты вдруг расплакалась сильно, или не плачешь на самых душевных фильмах, и то, во что веришь ты или не веришь совсем, лично дело каждого, как и множество разных дел. С тобой все нормально, будь ты в костюме, в худи или в обтяг. Все хорошо, если ты эмпатична. И если считаешь, что мир пустяк, никому не известно и известно не может быть, что тебе надо носить и кого любить, как тебе выглядеть, о чем говорить и куда ходить, сколько есть, где находиться, как тебе лучше жить. Прежде чем слушать чье-то мнение, спроси у себя, по-честному, если я счастлива так, то разве мне интересно? Мир непременно разный, ничто в нем не идеально. И маленькая поправочка, с тобой все уже нормально.